ты что-нибудь шкурок коротко. Вот так вот, цепь надо вот сюда. И сюда. Сюда. А, точно? Слышно? Ну да. Я говорю, сегодня, чтобы она земли не касалась там, чтобы не делать. Зачем? Да? Зачем? Вот так хватит, все. И потому что, например, трогаться будешь, чтобы она землю не хрябала, оп, она вот так вот будет этот. Лучше. Отъехал, да, она сама по себе чинка, да. Достигнула. Да. И крылья надо. Ну это еще вот доработки будут, конечно. Да, можно и этот сделать, да, чуть-чуть крыль. Здесь урод 50. Какой сантиметр? 30. Нет, вот так вот, мне кажется, хватит вот так вот. Ну, да, что-то выше надо чуть-чуть. Почему? Не забрызгивать будет? Не забрызгивает? С этой. Интересно, заебись, да? Сколько грузоподъемности? 3 тонны, Кого 3 тонны? Подожди-ка, сколько? Сколько кирпичей возили? 4 тысячи. Нет. Сколько мы возили? 30, по 100, 30, по-моему, 30, да? По 80. 80. 2,5. 5. Один кирпич где-то 5 килограмм. 5 килограмм. 400 килограмм. 400 килограмм. И плюс тележка. Полтонны. Полтонны, да. Ну вот, я вперед по 100 возил бы. Но он это... Тяжело, блядь. Прыгает, вон, вон и колесо, блядь, эти. Сгрызло. Вот. Сгрызло. Вот-то надо этот, как его, противовес там, грузу. Мы пошли червяков запускать туда. Давай! Куда? В пруд! А в червяк?